вчера, значит, в 14.20 прошла информация по повышенной подпитке по контуру ТЭЦ-3. Значит, были направлены 8 бригад, ну, обнаружение места повреждения. В 17.35 был включен участок теплотрассы диаметром 700 мм. Подключение попало в 2 дома. Вот. Сразу же началась работа по откачке воды из канала. Так как воды много, и дренировать ее некуда, вот здесь неподвижная опора, просто вода не уходит по каналу, приходится откачивать механизированные способы. Вот мы откачиваем этот участок, определяем место дефекта, приступаем к устранению повреждения. В данный момент, значит, здесь работают 4 бригады, 2 бригады экскурсионные и 2 бригады ремонтные. Это человек 25 по совокупности здесь. Ситуация, в принципе, понятна, под контролем. Задача в кратчайшие сроки повреждения устранить. То есть бригада будет работать до упора. То есть весь световой день, если нужно, будет работать.